была проведена очень большая работа, было проведено обследование семей, которые состоят у нас на социальном патронате. Выявлены болевые точки. Через банк вещей мы также помогаем деток одеть, в школу собрать. Ну и, соответственно, меры поддержки, все, которые им положены, и к началу учебного года, и прочие, все новые выплаты, то есть смотрим, еще раз разъясняем. Ну и в том числе проводим с ними с родителями работу.